Обзор посылки с сайта Джум. Датчик света, который включает свет в темноте и выключает свет днем. Сегодня холодно, поэтому замаскировался вот как мог. По полной замаскировался. Я хотел показать вам посылку из Китая. Вот. Я замаскировался по полной программе. То ли то ковид задолбал меня, я замаскировался, то ли то просто тупо холод. Ну, в общем, такая фигня. Вот. Я заказал вот такую штуку из Китая. Вы видели. Вот такой ветрован. Такой ветрован. Раздувает даже телефон. Поэтому я извиняюсь. Короче, фигня фигнейшая. Улетает, короче, телефон. Здесь снег лежит. Вот это все. Вот эта вот штука. Штука. Она идет для того, чтобы в темноте свет включать. Как только начинается светло, свет выключать. Как только темно, свет включает на фонаре. Как только светло, свет выключает на фонаре. Я сейчас долго показывать ее не буду. Тут ветер сдувает, может. И невозможно ее нормально показать. Вот. Как она выглядит вот так вот. Как она работает в работе, я подключу временную дома. Покажу. Потом покажу, как она стоит на улице. Вот тогда уже будет все понятно. Вот такая вот штука для фонаря. Когда включает она свет, то в общем в темноте включает свет. Как только светло, она свет выключает. Заказывал эту штуку 13 ноября, а получил ее 21 декабря с сайта Джум. Работает оно вот так вот. При свете оно не светит, в темноте оно светится. Вот так работает оно. Вот. Фонарь включает, оно видит свет фонаря и вырубает его. При свете. В темноте оно включается. Вот так оно работает. Замечательно. Установил я его вот так вот. Вот фонарь вот у меня висит на окне. Вот фонарь. А это вот датчик. То есть он как бы при свете выключается, в темноте работает. Но это не могу показать. Потому как в темноте он всегда будет светить, а при свете будет потухать. Поэтому я покажу, как он висит в светлоте. И показываю, как он висит в темноте. То есть вот. Вот. Вот он у меня висит в темноте. Как он лично подключается, я не могу показать. Потому что для меня это сложно объяснить, я не электрик. Но я знаю, как подключить, но не знаю, как оно объясняется. При свете оно выглядит вот так вот. Ну, как бы при свете оно, но не светится вот. Ну, висит оно у меня вот так вот. У меня вот так вот. При свете оно никак не включится. Как только потемнеет, тогда уже оно включится у меня автоматически. А когда посветлеет, назад выключится. Работает оно очень даже хорошо. Сейчас. Я
расскажу по практике. Вот. Провода. Красный и черный. Они идут. В красный идет, по-моему, ток. Красный идет ток. А с черным он выходит в лампу. А вот белый идет, туда идет синий провод. Он одновременно идет и в лампу, и туда, и ток идет одновременно. То есть туда-то и подсоединяются. Вот так вот. Всем советую такой датчик света. Ссылку на продавца оставляю в описании у видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.